поздравить со столетием жителей Карачаево-Черкесии, еще больше узнать об истории, культуре и быте братских народов, выходцев из нашей республики, ныне проживающих в северной столице, пришли петербуржцы на выставку «Культура без границ», которая открылась в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Репортаж Аллы Динаевой. В Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее, одном из самых крупных в Европе, открылась выставка в честь столетия образования Карачаево-Черкесии «Культура без границ». В церемонии открытия участвовали председатель Эльбруса и Дананевеса Гет Биджиев, руководитель Абхазско-Абазинского конгресса Муса Экзеков, представители правительства Петербурга и многие другие. Рад приветствовать вас от имени главы Республики Карачаево-Черкесии Аршина Бразмича Тимрезова и Народного собрания парламента Карачаево-Черкесии. Карачаево-Черкесия по праву гордится родным краем. Самобытные древние культуры, именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы истории Отечества. Искренне рад приветствовать от имени правительства Санкт-Петербурга. Поздравляю всех присутствующих уроженцев Карачаево-Черкесии с этим юбилеем. Также хочу отметить, что Карачаево-Черкесия является, как мы уже говорили, одним из самых красивейших регионов. Для уроженцев Карачаево-Черкесии, ныне живущих в Санкт-Петербурге, эта выставка имеет особенное значение, потому что мы сегодня, находясь в Санкт-Петербурге, стараемся органично влиться в те традиции, культуру, значит, и самобытность Санкт-Петербурга. И также, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы те традиции от горских народов, особенно жителей Карачаево-Черкесии, чтобы они тоже были известны и почитаемым жителями Санкт-Петербурга и всеми посетителями очень сильно нами любимого этнографического музея. Организаторы отразили традиционную культуру от середины 19 века до 30-х годов 20-го и в какой-то степени изменения, которые произошли уже после. Музыкальные инструменты, предметы мусульманского культа, войлочные и ковровые изделия, костюмы, образцы золотошвейного искусства и многое другое можно увидеть на выставке «Культура без границ». Разрабатывая концепцию, мы ставили задачу, как представить некие общие закономерности по культуре народов региона, которые были выявлены, установлены музейными этнографами-специалистами. Ведь Российский этнографический музей уже более 100 лет ведет изучение и публикование фондов по культуре Северного Кавказа, говорили организаторы выставки. Представить публике, привлечь внимание общественности удивительно многообразный. Удивительно экзотичным, очень красивым культурам Кавказа. Подобное мероприятие в престижном этнографическом музее в культурной столице, безусловно, содействует укреплению межкультурного межнационального диалога и сплочению народов России в целом, говорили на мероприятии. А окунуться в уникальные традиции и богатейшую историю народов, проживающих в республике, можно в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге до 17 апреля. Алла Динаева, Санкт-Петербург.